для чего-то другого. Понятно. Хорошо. Хорошо. Смотрим, проявляем. Давайте последовательно идти. Далее. Проецируются все чипы, датчики, импланты, конвекторы, скачивание эмоциональной энергии всеми представителей темных космических цивилизаций. Начинает мигать. 1, 2, 3. Смотрим на тонкую копию. Ну, понятно, что она вся в звездочках. Угу. Да, я тоже хотела сказать. Вся грудная клетка в каких-то как звездочках. Все они облепили ее. Они присоски. Понятно. Они ее вот как будто вокруг нее как прилипшие. Хорошо, хорошо. Притягивается ответственный исполнитель за это. И заказчик. Сюда. 1, 2, 3. Кто это? Мутанты. Мутанты. Угу. Угу. Есть они, да, в поле? Мне показывают низ человеческий, верх космический. Угу. Какая-то произошла, как это объяснить, соединение человека с космическими. Понятно. Это гибрид. Сущности гибрид. Получеловеки. Гибриды, да. Гибриды. Угу. Да. Хорошо. Да. Хорошо. Есть, время для них остановилось. Они не могут ни на кого воздействовать. Есть. И давайте со старшим пообщаемся. Натуси, глубокий вдох, глубокий выдох, раз ты их увидела. И оставляешь меня со старшим. 1, 2, 3. Добрый день. Добрый. Что вы делаете в этом поле? Наблюдаем, изучаем, транслируем, забираем. Что и собираем. Ага. Все, что приходит, берем. Понятно. Что вы берете? Это вы собираете, да? Нектар с нее, специфическую энергию, да? Да. Вы. Понятно. Вот этот дракон, который шишки там делает, строгает, тоже ваш, да, товарищ поставленный? Наш. Ваш. Понятно. Хорошо. Замечательно. Мы замечательно. Особые. Вы особые. Ну, мы тоже особые. Добрый вечер. Особые с особыми встретились. Смотрите, как давно вы в этом поле разместились? Вечность. Ух ты, интересно. А кто вам давал разрешение такое? Размещаться здесь, вечность. Вам кто-то дал разрешение? Хозяин этого поля дал вам личное разрешение. Добрая воля была проявлена от хозяина этого поля? Мы не спрашивали. Вы не спрашивали. То есть вы захватчики. Я правильно вас идентифицирую? Мы исследователи. Нет, вы захватчики. Исследователи спрашивают обычно, в нашем понимании, исследователи спрашивают разрешение исследовать человека или там сущность и так далее. А вы захватчики, верно я понимаю? Ну, давайте наживать вещи свои. Мы не спрашиваем, потому что нас не слышат. Ну, хорошая отмазка. Согласен. Хорошая отмазка. Здорово. Высшее я вам давал такое разрешение? Оно-то слышит вас и видит? Нейтральная позиция. Понятно. То есть, правду вы не хотите ответить. Ясно. Говорю правду. Понятно. Ну, смотрите. Вам нужно покинуть это поле. Вы несанкционированно вторглись в это поле. Несанкционированно делаете какие-то исследования. Несанкционированно вы скачиваете энергию с этого поля. И вам нужно удалиться отсюда. Готовы? Нет. Придется. Это дело глобальной важности. Да что вы говорите? Оно повлияет на судьбу целого. Целого. Прям целого. Что там? Галактики? Вселенной? Чего? Целого. Круга. Особых. Угу. Понятно. То есть вы добываете энергию для каких-то там... Значит, супер-пупер, да, товарищи, которые, это как, я так мы понимаю... Мы их выращиваем. Ага, это понимаешь, как на Земле адренохрон, да? Значит, это тоже высшие некоторые тут
на Земле питаются такой энергией, а вы питаетесь здесь. Угу. Угу. Понятно. То есть добровольно вы... Мы не захватчики, мы добытчики. Я понимаю, да. Ну, вам никто не давал разрешения, значит, производить раскопки в этом поле. Поэтому вы захватчики в прямом и переносном смысле этого слова. Значит, это в вашем понимании. В нашем да, другой смысл. Ну, понятно. У каждого своя правда, понимаю вас. То есть вы добровольно отказываетесь покидать это поле, да? Я правильно вас понимаю? Не имеем таких полномочий покидать вверенную нам территорию. А кто вам ее вверил? Попрошу вас ответить на этот вопрос. Наши высшие. Угу. Такие же захватчики, как и вы. То есть они берут и просто вверяют вам, так сказать, чужое. А ваши высшие не захватчики? Наши высшие, я не могу за них отвечать, не знаю. В моем понимании, я вам рассказываю свое понимание. Я за высших наших отвечать не уполномочен. Можете, хотите у них спросить, может быть, лично? Не нашего ума дело. Понятненько. Ясно. Хорошо. Ладно. Тогда мы сейчас берем тайм-аут, пару минут, решим, что с вами будем делать. Натусик, рассинхронизируйся, пожалуйста, делаешь глубокий вдох, глубокий выдох. Возвращаешься ко мне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Есть? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я тебя от него отсекаю. 1, 2, 3. Отсечение полное. Есть? Они как будто срослись с полем. Они как будто уже внутри этого поля и как составляют часть этого поля. Угу. Это не какой-то определенный внедритель, а как будто уже составляющая часть ее поля. Угу. Вот как-то так смотрится, как будто... уже срослось как-то вот так вот. Угу. Перемешалось. Уже непонятно, где она, где нет, они. Да, угу. Да, да. Угу. Такое идет какое-то вот внедрение друг в пространство. Угу. Не то, что... Не знаю, как это объяснить. Как жизнь такая вот. Вот жизнь. Понятно, понятно. Хорошо. Вызываю дежурного куратора через Свету. Дежурный куратор. Нужна слушаю помощь. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый. Ну, у нас тут непонятка с товарищами. Спросите тонкую копию, что она хочет. Спросите тонкую копию. Оставить или удалить. Угу. Она может вам ответить. Хорошо. Благодарю. Сейчас спросим. Светик, синхронизируйся, пожалуйста. Глубокий вдох, глубокий выдох. Возвращаешься ко мне. Вышло. Теперь синхронизируйся, пожалуйста, с тонкой копией. Глубокий вдох, глубокий выдох. Угу. Синхронизируемся с тонкой копией. 1, 2. 1, 2. Привет. Здравствуйте. Ты видишь, да, ситуацию? Да, вижу. Ну, пытаешься. Какое твое решение по этим товарищам, которые скачивают себя? Я хочу удалить все, что не мое. Ты хочешь удалить? Да. Я не знакома с этим. Не знаю, зачем оно пришло и для чего оно. Какую играет роль все это в моей жизни. Понял. Пока я еще не увидела положительного в своей жизни. Хочу все удалить ненужное. Все удаляем. Хорошо. Да. Тогда вырази, пожалуйста, сейчас это намерение. Я выражаю намерение свое личное. Удалить все то, что мне не свойственно, то, что мне не принадлежит с момента моего рождения здесь и сейчас. Угу. Хорошо. Все, мы тебя услышали.
Благодарим. Работаем дальше тогда. Дима, они закручивают ее поле, оно кудрявится, начинает как-то закручиваться края, вот как кружева какие-то. Сейчас, вот вокруг подожди, нее. Секундочку, Светик, рассинхронизируйся, просто там как опять 1, 2, 3. Да, 4. Я вышла, Дим. Есть, хорошо. Угу. Создаем огромный кокон. Никому не даем уйти отсюда. Создаем огромный кокон. Энергетический. Есть. Отрезаем их связь с их цивилизацией полностью, нейтрализуем. Угу. Да, есть. Все, обесточены полностью. Даю команду на обесточивание их. Полностью обесточены. Да, есть. Потеряна связь. Пространство, их координаты перекодируются полностью. И стираем эти координаты нахождения их в пространстве. Стерто. Да, есть. Есть. Так. У меня идет информация, их миллионы, микрочастички вокруг нее. Вокруг нее. Они создают поле. Хорошо. Теперь взаимодействие. Проявляем кокон тонкой копии, создаем кокон. И полностью показываем нам себе энергополе полностью. Со всеми ее структурами, со всеми ее программами, которые находятся в этом поле. 1, 2, 3. Проявляем. Да, есть. Все поле ее проявлено. Да. Мельтешит. Все чужеродное, которое не принадлежит, проявляется в виде ярко-красных маячков. 1, 2, 3. Смотрим. Все программы. Это поле... Все красное. Трассы, прям дороги. Трассирующие, да. Такие дорожки. Как сверху внизу. Там целый идет этот, Дим, прям целый этот поток туда-сюда, вот как перемещаются, вот быстро трассирующими такими движениями. Куда, сверху куда? Вниз. Сверху вниз. Вверх вниз. Все происходит в нашем большом коконе, правильно? Мы отрезали их. Да. Все находится внутри нашего кокона, я запрещаю. Да. Запрещаю выходить за границы нашего кокона. Внешний наш кокон еще 5 слоев плазмы. 1, 2, 3. В большой который? В наш большой кокон. Да, в котором мы находимся мы со всей этой канителью. Есть. Хорошо. Еще внешний слой нашего кокона. Отражающий делает нас абсолютно невидимыми в пространстве. 1, 2, 3. Нас не видно. Да, есть. Мы невидимы полностью. Теперь разбираемся внутри нашего кокона. Внутри нашего кокона находится кокон со всем ее биополем. Энергополем. Да. Хорошо. Мы проявили в этом энергополе все чужеродное, все программы, все импланты любого назначения, все чипы, датчики, все абсолютно, все проявлено ярко-красными маячками. 1, 2, 3. Есть? Да, есть. Хорошо. Она вся в маячках. Вся красная. Мелкие, маленькие маячки по всему телу. Она путана, она как в датчиках, вся в датчиках. Хорошо. Микродатчики идут. Вся. Считывают с нее вся информация. Считывают все. Они поддерживают какой-то уровень чего-то и смотрят, наблюдают за этим уровнем излучения. Хорошо, отлично. Все, мы зафиксировали всех. В этом поле находится только гуманоидная раса, правильно? Больше там ничего, никого нету. Нету, там только гуманоидная раса. Только это гуманоидная. Все. Всех зафиксировали. Я запрещаю куда-либо кому перемещаться. В наш внешний кокон защищает и внешнее воздействие на нас. И изнутри я запрещаю перемещаться этим гуманоидам. Если они захотят куда-то дрыснуть, автоматически уничтожаются. Да, есть. И предупреждающий сигнал ребятам, если дернутся, мы их полностью уничтожаем в порошок. На 1, 2, 3. Ставлю в дежурный режим. Все будут уничтожены. Если дернетесь и начнете что-то делать. Поперек нас. 1, 2, 3. Есть.
Хорошо. Во внешней части идет импульсивные выбросы какие-то. Вот я сейчас смотрю, наша оболочка, которая снаружи, она, я не вижу, что там, но она вот как импульсы дает, защиту дает, да. Защиту, стреляет куда-то, микро, как наша оболочка, как током бьет. Да, наша оболочка, внешняя, не внутренняя, внешняя. Хорошо, хорошо. Током подаю, бьет на внешнюю, подаю на внешнюю оболочку нашего кокона. Да, есть. Растворяется что-то внутри. Внутри вот этого воздействия. Есть. Хорошо. Как расширение идет какое-то. Хорошо, хорошо, хорошо. Светик, глубокий вдох, глубокий выдох. И со старшим гуманоидной расы поговорить. Оставляешь меня с ним. 1, 2, 3. Слышите меня, да? Слышу. Коллеги. Мы продолжаем процесс. Я так понимаю, что вы нашего предупреждения не услышали. Нет, мы все услышали. Услышали. Достаточно хорошо слышим. Увидели? Увидели, услышали. Вы хотите, зря сюда. Хотите быть уничтоженными? Забрались. Да не хотим мы быть уничтоженными. Понятно. Теперь дальше. Вы там мне вешали лапшу, что вы там должны с кем-то согласовывать, высшие, перевысшие там и так далее. Это все лапша, правильно? Им пришел приказ найти другое тело, Дим. Хорошо. Прям написали. Хорошо. Значит, ребятки. Другое тело найдите. Так, сейчас. Хорошо. Покиньте, говорит. Замечательно. Да. То есть вам дали сигнал покинуть. Но я вам запрещаю куда-либо сейчас передвигаться. Если вы попытаетесь отсюда сдрыснуть, уничтожаю в автоматическом режиме. Сразу предупреждаю. Поэтому спокойно сейчас мы сделаем перекачку энергии. Вы вернете то, что вы откачали. Понятно, да? Понятно. И только после этого будете отпущены. После проверки нами. Ясно. Попрошу сейчас не терять время. Снимать всю свою интерференцию. Абсолютно все. До микрона. До микрона вы снимете все. И спокойно мы вас отпустим. Договорились? Договорились. Договорились. Отлично. То-то и оно. А мне идет информация. Это невозможно. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Все мои команды в автоматическом режиме исполняются. Все работает на автомате. 1, 2, 3. Работаем дальше, девочки. Светик, рассинхронизируйся, пожалуйста. Глубокий выдох. Возвращайся ко мне. 1, 2, 3. Он что-то сам говорит, а сам головой что-то кивает. Странно как-то. Понятно. Понятно. Они хотят, но не смогут. Что-то там... Он как-то что-то мы слишком поможем. Уже как-то... Девчонки, мы поможем. Не переживайте. Мы не можем это увидеть, как они это делают, вот, Дим. Они как бы... Нам не надо Натусик, нам даже не надо видеть это. Ну, чтобы понять, как... Мы сделаем проверочку. Если ребята не снимут, пусть советуются со своими. Как хотят там сельсовет устраивайте, как хотите. У вас, ребята, ровно 5 минут на снятие всей интерференции. Как хотите. Растворяйтесь там, делайте, что хотите. Это ваше дело. Смогли установить, значит, вы должны знать, как это снимать. Дальше. Проецируется энергетика магических воздействий ударов ритуального характера. Смотрим, было ли магическое воздействие. Нету там ни хрена. Она как в пузырьке в каком-то. Вот не могу понять, что это такое. Как в пузырек посаженное. Хорошо, хорошо. Проявляется магия. Лаборатория. Ага, все. Короче, нету там никакой магии. Энергетические удары не ритуального характера. Выводим людей, если таковые есть. Угу, есть. Качаем дальше. Дежурный куратор нужен мне. Слышите меня? Слышу, что хотели знать. Мы все правильно делаем сейчас? Да. Все правильно делаете, работаете. Это ваша работа. Хорошо, все. Ваш опыт. Чтобы мы просто не перегнули нигде палку. Все хорошо. Хорошо. Работайте. Их трогать спасибо. Нельзя. Вот прям вот идет информация. Нельзя их как бы вот агрессивничать с ними. Но с ними надо договариваться. Я не агрессивничаю. Да. Светик, рассказ. Рассинхронизируйся, пожалуйста, с дежурным куратором 1, 2, 3. Да, все есть. Качаем энергию.
через наш фильтр, клапан качаем. Отдаем только чужеродную энергию. Она смотрится как растение сейчас. Вот знаешь, растение. Тонкая копия? Да. Угу. Вот какие-то прям большие лепестки такие. Вот прям. И какой-то особый вид энергии. У нее особый вид энергии, поэтому так она и обложили ее со всех сторон. Она космическая душа сама. Да, да, да. Высокого порядка. И она, слушай, я сказала, богиня она, же какая-то. Да, она ведь, слушайте. Богиня, может, какой-то планеты, она, может, они погибли. Она планеты, она не из нашей планеты, она из другой планеты, из другой звездной системы. Решила воплотиться на Земле. Да, она решила на Земле воплотиться. Вот мне сейчас высшее Я подсказывает, что она впервые всегда хотела на Земле воплотиться. Очень. Понятно. Какая звездная система высшее Я? Ой, Дим, я не смогу перевести. Он говорит, я не могу прочитать. У меня что-то идет, Пегасы какие-то. Что-то там вообще я не могу считать, не могу. Это неизвестная нам, да? Какая-то вообще, да. Она всегда наблюдала. Вот я вижу, она сидит. Перед ней экран, она видит, как люди живут. Какова жизнь. Сверху смотрит вниз. Да, ее это заинтересовало, и она захотела здесь воплотиться. Понятно. И она уже знала, с кем воплотиться, что кто будет у нее первый мужчина, вот все-все вот это вот. Понятно, да. Программа. Вот программа. Угу. Качаем. Что у нас там с перекачкой, девчонки? Ну вот она еще идет бесконечно, еще идет. Как-то идет. Угу. Я вот даже не вижу конца и края. Вот увеличиваем скорость передачи энергии чужеродной в 5 раз. Еще увеличиваем. Хорошо. Раз такая петрушка. Тогда блокируем все каналы и предлагаю тонкой копии. Все, чтобы они отошли, да. Да. Угу. Убираем. Блин, смотри, они эту трубку сняли, вниз положили, кончики запаяли и в какую-то заворачивают, в какую-то такую штуку заворачивают, как в колбу на исследование. То, что вышло из в этой трубочки, представляешь? Я запрещаю какие-либо вообще действия делать. Запрещаю. Они все изучают. Ага. Это эти, как его, как сказать, ученые. Типа, ученые моченые. Я запрещаю без разрешения что-то забирать. Светик, соединимся давай с тонкой копией. Глубокий вдох, глубокий выдох. И синхронизируешься с Инной. Один, они, два. Они как будто не понимают, о чем говорят. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Есть. Есть. Слышишь меня? Да, слышу. Да, скажи мне, ты ощущаешь в себе чужеродную энергию? Вот мы пытались сейчас перекачать чужеродную энергию к ним. Перекачка не осуществляется. Энергию я не ощущаю. Угу. Я просто ощущаю эти программы воздействий. Угу. Понял. То, что сейчас в трубке, оно тебе надо, им можно это отдать, или ты заберешь себе эту энергию? Это нет, твое? Я заберу себе. Заберу себе. Пусть останется все мое со мной. Все, отлично. Хорошо, хорошо. Тогда открываю тебе с одной стороны трубки клапан и забираю эту энергию себе. 1, 2, 3. Забирай. Можешь самостоятельно забрать? Да, могу. Угу. Забирай. Втягивай в себя. Втягивай в себя, пожалуйста, да, чтобы ничего не оставляет тогда. Просто пустая трубка остается. Есть? Есть. Есть, хорошо. Ну, как вылилось, как вот из бокала переливают, раз. Понятно, и вылилось. Да. Угу. Хорошо, хорошо.
Что мы наблюдаем, девчонки? Я наблюдаю, что за нами смотрят извне. Извне. Пришел образ такого, знаешь, как тебе объяснить, рога, угу. Четыре ноги. Угу. На оленя похож, на оленя угу. Какого-то. И он, вот знаешь, он какой-то такой золотого цвета. И я вот пытаюсь его как бы отогнать, он угу. Отходит, но с другой стороны заходит. И вот как-то ходит, как будто что-то ждет и смотрит. Как будто он смотрит и видит сквозь эту стену. Он просто внимательно, он прям вижу, что у него взгляд фиксируется на чем-то там внутри. Хорошо. Вот как и еще один кокон поверх нашего кокона, но на более далеком расстоянии, да, от нашего кокона. Зеркальный полностью, с отражающей. Он ничего не может видеть, кроме себя в этом зеркале. Один, два, три. Зеркало. Фольгу сделай, Дим, фольгу. Зеркало, зеркало. Ну да, амальгама, хорошо. Зеркало. Зеркальная поверхность. Все, он видит и вижу. То, и, видит себя, да. И то себя видит, да. Искажение. И идет, ему неприятно смотреть даже в эту сторону. Он отражается в этом, да. Полностью, он отражается. Он видит только свое лицо. Морду. Блин, он втягивается в это зеркало. Он пошел засасываться в это зеркало. Он прям затягивается туда сейчас. Запрещаю. Блин. Запрещаю. И тогда под зеркало... Он умеет взаимодействовать с зеркалом как-то. Хорошо. Отшатнулся. Закачиваю. Повышаю уровень вибрации. Он выходит из зеркала. Да, повышаю уровень вибрации. Обратно. Он вылезает обратно из зеркала. Отлично. Это портал для него туда, представляешь? Понятно. Ты ему портал открыл. Его в портал начал засасывать, да? Да. Хорошо, пусть не подходит к этому зеркалу. Зеркало вибрирует с такой частотой, которая ему абсолютно не дает возможности всасываться туда. Вибрирует зеркало на определенной частоте. Все, есть. Вибрации. Есть. И повышаю температуру плазмы в миллион раз. Есть. Огненная, прям кипящая лава. Огненная плазма и предупреждающий, ослепляющий импульс в его сторону. Первый импульс, второй импульс, третий импульс. Отходит, Дима. Отходит. Импульс, пятый импульс. Отошел. Шестой импульс. Да, все, отошел. Импульс. Все, отошел. Все, Дим, отошел. Издалека. Но он не ушел, но он вдалеке, он стоит, смотрит. Хорошо. Но не подходит. Включает такой, не понимает, где мы. Угу, потерялся. Все, он потерялся. Уходит, все, пусть нет. Уходит. Прям вижу, пусть уходит. Уходит. Он как исчезает. Дим, дай команду, что он исчезает, потеряется в пространстве. Прям да, дай такую команду. Да. Я его не вижу больше. Все. Есть. Если это программа, эта программа самоуничтожается просто. Все. Есть. Стирается, вот лучше так. Стирается. Стирается, трансформируется. В энергию любви. И идет на пользу. Угу. Да все. Будет, да будет. Есть. Так всегда. Угу. Есть. Возвращаемся вовнутрь кокона нашего. Смотрим, что там ребятушки что-то делают, бегают или не бегают, или они просто забили хер. Они разбирают, что-то разбирают, что-то складывают. Там очень как много. Как в лабораторию, что ли, разбирают. Понятно. Да. Да. Ага. Давай, Светик, давай. Какие-то прозрачные полочки, штучки какие-то. Там очень много дел. Понятно. Все, ребят, я попрошу вас ускориться, побыстрее собрать свою лабораторию. Все сложите, все, что можете забрать, забирайте. Дим, они забрали часть, в общем-то, они не смогут все там. Все, это ясно. Очень долгий процесс. Ребята, они какие-то важные вещи взяли для себя. Да, они взяли все, что им важно. Ценные вещи, но я вам запрещаю брать лабораторные образцы с этого поля. Они все взяли, и образцы тоже. Образцы отдать. Они как, вот знаешь, мне хочется их баранами назвать, вот знаешь. Да, они какие-то как будто, вот знаешь. Глупые какие-то. Или они не понимают, что от них хотят. Или они как-то вот, как-то как будто, знаешь, вот ты говоришь, а они как будто не слышат. Не соображают. Они под допингом, под каким-то. Да. Наркоманы какие-то, блядь.
Они как наркоманы, они как будто допинг какой-то. Они как будто, нет, такое ощущение, они внутрь себя как будто ушли, и их не волнует то, что снаружи происходит. Они как будто внутри себя, вот у меня такое ощущение. Понятно. Потому что они как будто вот как об стенку горох. Понятно, хорошо. Ставим. Закрылись. Собрались они? Да. Готовы к отправке? Не все, но как бы, наверное, но они не все готовы, все что-то бегают. Но они давайте. Бесполезные какие-то, непонятные. Бесполезные. Пусть выстрои их в ряд. Дай команду. Даю команду. Давайте, ребятки, в сторону. Давайте мы вас отправим. Хорошо? 1, 2, 3. Выстроились. Тыкаются друг в друга. Выстроились все. Да, стоят толпой. Есть. Хорошо. Ценные вещи забрали? Задаю вопрос. Забрали. Ну, что-то держат, да, держат что-то. Держат в руках что-то. Понятно. Я прямо вижу что-то, какие-то колбы держат. Хорошо. Колбы какие-то, стекляшек много. Угу. Давайте то, что вы забрали, и что ценное для хозяина этой энергии, для Инны, вы оставляете. Забирайте только свое оборудование. Они ее тоже хотят забрать с собой, ты представляешь? Они ноги ее окутывают каким-то шаром сферой, чтобы она вот под ноги ей куда-то как... Понятно. Хорошо. Какой-то засов. Хорошо. Сфера там. Сфера. Угу. Ну, ребят, вы тогда просто домой не уедете, я вас просто предупреждаю сразу. Они говорят, это самое ценное, что у нас есть. Ценность забрать, вот они забирают. Я сказал ее. Оборудование. Они забрать. Бестолковые. Я какие-то. Сказал, а забрать оборудование свое. Если она хотите. Оборудование. Она не оборудование для вас. Все, ладно. Ребята, заморожены. 1, 2, 3. Полностью заморожены. Стоят в оцепенении. Они или прикидываются, да? Я не пойму. Странно, я не могу. Хорошо. Они как медузы такие стали, все. Полупрозрачные. Пусть стоят. Не пойму, что это такое. Простят мой французский, но уже сил нет, честно говоря. Ага. Хорошо. Итак, концентрируем энергию. Угу, есть. И даю команду. Программы можно. Все чипы, датчики, импланты в этом поле. Все чужеродное. То, что не принадлежит и считается для нее чужеродным. Включая все программы, абсолютно, которые стоят в этом поле, в энергополе, в ее, и на тонкой копии в том числе, без вреда для тонкой копии и без вреда для энергополя Инны. Mm-hmm. Все полностью. Отлично. Так, эти балбесы, что они там? Стоят, смотрят на все, что горело. Они как истуканы, Дим. Их нужно отправить. Они стоят и... Я уже не могу на них больше смотреть. Я тоже. Они такие тупые, вот прям тупые. Честно. Все, да. Пусть они нас простят. Да. Они тупые какие. Натусик. Открываем. Ну а что я не могу ничего уже? Открываем портал на их частоте и на их уровне. Открыт портал. И уходят в свой мир безболезненно, безвозвратно навсегда. Ой, слава богу, улетели. Портал закрываем, печатаем, растворяем, дорога назад забыта. Частоты перекодируются. Все, они больше никогда больше не вспомнят. Забыто. Это вот не сами, это какие-то другие. Это вот не те, которые были, с кем мы общались, Дим. Это как служащие вот этой лаборатории. Как вот, знаешь, они... Такие, как роботы, что ли, не знаю, как это объяснить. Да, они не живые, они роботы. Они живые какие-то. А те, с кем мы общались, где эти барбосы? Нету, я их не вижу. В поле нету их? В энергополе на тонкой копии никого нету, все сгорело. Нету, я не вижу их. Понял. Я тоже их даже не чувствую их. Понятно. Смотрим энергополе теперь. Что происходит в энергополе и как оно сейчас выглядит, это энергополе. Хорошо. Смотрим на тонкую копию. Понятно. Это энергополе, которое вовне, да, тонкой копии. Смотрим на тонкую копию. Возвращаемся к тонкой копии. Как выглядит тонкая копия? Измождённая. Она измождённая. Она устала прямо. Вот я вижу, что она устала. Понятно.
Давай. Синхронизируемся с кнопкой копия. Да даже не надо, я уже как бы с ней там. Все. 9. Есть синхронизация? Угу. Слышишь меня? Слышу. Так ты что, шла на воплощение, и ты не хотела быть? Должна была быть мальчиком. Ну, а как ты? Ты шла на воплощение уже с прописанной программой? Нет, я хотела быть мальчиком. Но ты шла с программой, в которой ты была мальчиком, написано было в программе. Мне перезаписали программу. Я родилась девочкой, я была бы должна быть мальчиком. Я выбирала этот путь мальчиком. Мальчика. А кто тебе перезаписал? Я не знаю, кто мне это сделал. Ты не знаешь, ты не знаешь. Я должна была прийти мужчиной. Угу. А родилась девочкой. Понятно. Не было такого намерения быть девочкой. То есть, мне нужна была мужская энергия. Для того, чтобы мне помочь мужчине больше сил. У женщины интуиция, а у мужчины логика, сила физическая мне нужна была. Мне не дали эту программу выполнить. Я чувствую себя обманутой. Интересно. У меня нет радости от этой жизни девочкой. Единственное, что мне дали взамен того, чтобы я успокоилась, родить ребенка девочку. Угу. Я не должна была рожать. Замена, произошла замена. Ну, раз ты пришла на воплощение девушкой, то ну как вот то ты и родила ребенка. Если была бы мальчиком, я не хотела рожать. Ну, понятно, понятно. Потому что у тебя было намерение прийти мальчиком, а ты пришла девочкой. Поэтому у меня другая была миссия, задача. Все поменялось, все изменилось. Все не так, как я хотел. Угу. Ой. Угу. Но уже что имеем, то имеем. Поэтому тебе придется выполнять свою миссию. Выше я. Да, высшее я знаю твою миссию. И ты уже услышала, что тебе нужно делать. Правильно я так понимаю? Услышала же? От высшего я. От высшего я. Что тебе предстоит? Серьезная развитие. Работа. Да, развитие. Развить себя и выполнить миссию. Теперь я понимаю, откуда это несоответствие. Да, да. Ты хотела одно? Да, а тебе получила более высокую миссию, понимаешь? Вот надо тебе ответственно к этому отнестись. Тебе дали более высокую миссию. Я осознаю, да. Но не сразу. Да, тебе придется это осознать. Поэтому, понятно, была бы мужиком, то ходила бы где-то, может быть, там махала дубинкой, вот, с силой и с логикой. А тебе все дали... поменяли. Да, все тебе, поменяли. Тебе дали, да, тебе дали высокую, оказали тебе высокую честь выполнить серьезную миссию на Земле. Это очень серьезно, ты должен серьезно к этому отнестись. Понимаешь? Доходит тебе, постепенно. Да, тебе надо все это, ну, время, понятно, осознать это все дело, найти себя как душу и реализовать, и помогать людям. Вот твоя миссия. Душа, она не имеет же пола. Душа же не имеет пола, совершенно верно. Да. Я почувствовала это разногласие в себе, когда забеременела. Я удивилась. Я отторгала это. Я не могла в это поверить. Понятно, понятно. Но, видишь... Тебе придется забеременеть еще второй раз, ты в курсе? Если это осознанно буду делать, все получится. Да, все получится у тебя. И родишь... Она уже будет под другим именем. Ну, да. Да. Там уже сама определишься. И будете выполнять вдвоем миссию. Это очень ответственная миссия. Конечно, конечно, конечно. Поэтому ты отнесись к этому
Очень ответственно. Хорошо. У меня почему-то идет. Я буду достойна этой миссии. Информация: не девочка родится, а мальчик. Да. Угу. Что у меня сейчас информация прям пошла. А, ну может, это мы себе так придумали, что родится девочка. Угу. Имеется в виду, что второй ребенок. Угу. Ну, посмотрим. Может, тоже будет какое-то противоречие. Это будет мой опыт, я понимаю. Да, да. Это будет твой опыт. И принимаю это. Слава Богу. Значит, так угодно выше. Да? Да. Совершенно верно. Все верно. Принимай, осознавай это. Сложно, но постараюсь. Постараюсь. Хорошо. Я много чего понимаю, чувствую. Это хорошо. Это здорово. Есть куда работать и двигаться дальше. Да. Как ты себя сейчас чувствуешь в этой чистке? Двояко. Двояко. Угу. Ну, видишь, мы убрали то, что тебе мешало и скачивало с тебя. Сейчас просто тебе надо наполниться, восстановить свое энергополе в течение 40 дней. Ну а дальше уже хорошо. Ее напитывают. Она иссушена была. Хорошо. Высшее Я. Через Светлану. Света, глубокий вдох, глубокий выдох. Высшее Я, слышите меня? Да, слышу. Мы справились с задачей? Да, справились. Мы вам очень благодарны. Хорошо. Нас стоит тут много, целая команда наблюдает за вами. Хорошо. Справились, это хорошо. Благодарим вас. И мы вас благодарим, что пришли именно к вам. Благодарим. Благодарим вас. Будет какое-то напутствие? Что-то хотите сказать? Или уже все сказали? Я думаю, уже все, много чего было сказано. Ну да, все понятно. Ей да. Необходимо все это осознать и принять. Да. Пройдет время, она все осознает, все примет. Хорошо. Все будет понятно. Понял. Мы будем рядом, подсвечивать ей, защищать ее, направлять. Всегда рядом. И не только мы. Вокруг нее много светлого. Светлые силы стоят, охраняют ее. Хорошо. Скажите, программы, которые ее беспокоили, там вот болячки эти, все, мы убрали эти программы, да? Обнулили их полностью, уничтожили. Обнулились программы полностью. Угу. Понял. Нужно работать над собой. Понятно. На физике ей что-то надо, какие-то будут рекомендации с ее телом, что-то надо делать, ничего не надо делать. Нет, тело не пострадало. Хорошо. Тело в порядке. Хорошо. Осталась только работа ее самой, да. Над собой. Да. Работа ее сознания. Понятно. Собственного сознания. Ну, будем помогать по возможности, если будет к нам обращаться. Да, будем конечно. Поддерживать ее. Мы со своей стороны тоже будем ей помогать. Хорошо. Так кто же все? Вот мы почистили ее. Что это за сущность высокого порядка? Мы не можем до конца ей вам это объяснить. Понятно. Да и не стоит объяснять. Не Вы стоит. Это не поймете просто. Не сложно вам будет это понять. Угу. Человеческий мозг не готов это осознание принять. Не будем вас загружать. Понятно. Еще больше. Хорошо. Тогда благодарим. Вы и так достаточно узнали. Ну да. Хороший опыт был сегодня. Благодарим вас. Благодарим вас за этот опыт. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Светик, глубокий вдох, глубокий выдох. Рассинхронизируйся, пожалуйста. Совершенно. И отключаемся от объекта. Желаем всего наилучшего. Поддерживать высокие энергии и вибрации. Обязательно соблюдать рекомендации данной тонкой копии при чистке.